Вітаю! В ефірі телепрограми «72 години». Сьогодні не у нас в гостях, а ми приїхали в гості до відомого фінансового інвестиційного аналітика Еріка Найман. Уже нам 24 роки в Україні, да? Ми вибираємо систему, кого не міняли, да, удивительна річ. Через год-два війна, революція, потасували, розклад такий самий виходить. Вчера смотрел соцопросы, но они показывают, что где-то расклад по стране получается один и тот же, и риторика абсолютно идентична, просто вопрос, кто будет в оппозиции, как мы кого-то будем ругать. Замена системы – это замена чиновников. Нам кажется, вот, панацея. Вы говорите, нет, это не панацея. На какие принципы, каким принципам мы должны прийти? Замена закона, власть закона, понятно. Но... Законы в Украине в основном хорошие. В основном. Применение законов ужасное. Недавно прочитал интервью одного очень известного адвоката из одной очень известной украинской юридической фирмы. Он ссылается на свое, он криминальный адвокат. Он говорит о том, что половина заключенных в Украине сидят невинными. Либо осуждены там, за деньги они пошли на это, заработать денег. Либо их просто случайно оказались не в том месте, не в то время. Вот я когда увидел цифры очень низкой явки на местных выборах, это очень жаль. Почему? Люди то ли уже не верят, что они могут оказать влияние на власть, то ли просто нежелание оказывать влияние на власть. Моя хата с краю, вот пусть они там поуправляют, а мы как-нибудь тут вывернемся. Почему это важно? Безответственность. Безнаказанность той же судебной системы, тех же судей, тех же правоохранителей. Вот это все порождает последующее своеволие или волюнтаризм. Поразительная вещь, на которую я обращаю внимание. Вот вы инвестиционный финансовый аналитик. И говорите о судах. Инвестиционная привлекательность и суды. Какая связь? Ни один инвестор, а Украине кровь из носа нужны инвесторы. Украина жутко недоинвестированная страна. Мы проели советское прошлое. У нас скоро начнутся проблемы в жилищно-коммунальном хозяйстве. Потому что ну, мы говорим об обычных трубах или обычных дорогах. Но там очень, очень много чего. Это и электростанции и так далее. Что требует больших капиталовложений. Капиталовложения – это деньги, это инвестиции. В Украине нужны инвестиции. Но ни один инвестор не идет в страну, в которой нет власти закона, в котором беззаконие, в котором вот, непонятно как. То есть, если, ну, тем более, что у нас, я надеюсь, стало очевидным, что у нас нет ресурса. Советский ресурс мы проели. Успешно где-то в 2011-2012 году закончился советский ресурс. И дальше стал вопрос, нужно привлекать инвестиции. А для этого нужно было переступить через себя, нужно было стать украинским ликванью. То есть кто-то должен стать, да, элементы диктатора, элементы вот, через «не могу», через «колено». Но возможно сегодня иначе сломать эту систему. Возможно, Украине придется пережить несколько лет или несколько, надеюсь, не десятилетий, но пятилеток вот такой ломки системы. Когда кто-то в чине президента или квазипрезидента возьмет на себя полную ответственность за все, что происходит в стране. То есть он будет отвечать за то, что происходит в стране, и понимая всю меру этой ответственности, будет не принимать решение, кого посадить, а не мешать правоохранительной системе, судебной системе. То есть либеральные принципы. Не совсем. Вот Украина, либеральный диктаторский. Вот, может ли Украина пройти вот эту фазу
чистого либерализма, то есть сразу перейти к либеральности. Ну, я пока не вижу, что это получается. У нас была попытка это сделать в 2014 году, вот это то медикаментозное лечение. Это либеральное лечение, когда ты говоришь чиновнику ай-яй-яй, не воруй, судье ай-яй-яй, по закону принимай решение, а не как-то тебе кто-то позвонил или занес денег. По закону. У тебя в законе четко написано. Вот, ай-яй-яй не сработал. Но вот вы сказали, что нам угрожает конкретно банкротство. И надежда, если чтобы уйти от этого банкротства, вы четко сказали, на западных партнеров. Вот как-то на вот этих два контекста. Почему именно западные? Не восточные, не азийские, не заокеанские и банкротство страны, что это? Ну, сегодня Украина для Запада не самый ценный объект, сразу. Так, мы где-то на периферии мировой геополитики. Ситуативно, только в ответ на российскую, достаточно агрессивную внешнюю политику, вот сейчас в Сирии так, играют мышцами, ну и вообще, на самом деле, российская армия, она очень быстро перевооружается и пытается вернуться на мировую верхушку геополитики. Вот только в этот момент Украина стала интересна, как некий форпост в противостоянии Запада с Россией. Не прямого противостояния, потому что военное невозможно, все-таки ядерные державы. Но вот эта так называемая гибридная война, она идет именно в таком сложном очень формате. К сожалению, нас зацепило очень, очень сильно и в Крыму, и на Донбассе. Азия тут вообще ни при чем. У Китая, Китай он проповедует другую политику совершенно, вот это конфуцианство. У него тысячелетний план, и в рамках этих тысячи лет, несколько лет, он готов отступить. На 10 лет, на 100 лет он готов отступить, понимая, что вот есть некая все равно стратегия. Ну и у Китая никогда не было яркой внешней политики на самом деле. Их внешняя политика, она основана на внутренней больше политике. Им нужны ресурсы. Только поэтому они идут в Африку, в Азию за ресурсами. А не для того, чтобы проглотить этот мир или ассимилировать и сделать его китайским миром. Но когда мы говорим Запад, это в первую очередь не Европа, а США. То есть то, что я сказал, можно сказать, что заокеанский. Да. Ну, что это США, Великобритания, вот, британский мир, англосаксонский мир. Угу. Европа в лице Франции, Германии, она более толерантна к России и, в принципе, она не видит угрозы военной со стороны России. Но война – это и проблемы огромные, не останавливаемся на этом, но это и возможности. О проблемах уже как-то что-то начали подбивать, это большие миллиарды убытков от краха промышленности, бизнеса на Донбассе, отхода Крыма. А какие возможности? Что-то реально, видите, что-то в плюс реализовалось за вот эти полтора года для нас? Плюс, главный плюс – это появление зачатков гражданского общества. Когда появилось много волонтеров, совершенно разных, не только в оборонной сфере. Ну и вот это волонтерское движение, оно очень интересно, хотя эти слабые очень местные выборы как-то говорят о том, что оно очень... Именно зачатки. Я поражаюсь. Волонтерские движения инвестиционно привлекают из страны. Как? Это находка. Я как на уровне подсказки. Для меня это открытие. На самом деле, да. В стране, у которой вот есть зачатки такого гражданского общества, когда вот страна остановилась, вот, наверное, мы воевать не можем. А волонтерство такое поднялось, добровольческое движение поднялось. Наверное, им можно доверять, поэтому можно и связывать. Нужно вспомнить, например, когда в Киеве разгар Майдана, очень много тетушек приехало, реально там тысячи или больше, то ли с Донбасса, то ли с России, вот завезли много тетушек, они начали бить машины, начали хулиганить откровенно. И тут же объявились народные дружины, которые очень быстренько выдворили тетушек из Киева. Это было очень показательно.
На Донбассе этого, к сожалению, не произошло. Видимо, там еще не настолько готово. Даже вот видно, что участие в местных выборах, оно максимальное на Западе, среднее в центре Украины, очень слабое на юге, Одесса, Николаев, и тоже очень слабое на востоке. Видимо, эти ростки гражданского общества, они идут больше с запада на восток, чем с востока на запад. А ведь что такое выгнать хулиганов из города? Эти люди закрыли дырку отсутствия правоохранительных органов. То есть, когда милиция самоустранилась, ушла из улиц, а появились другие люди, которые готовы отстаивать закон и порядок. Закон и порядок. Наверное, где-то не хватает. Ну, я много очень общаюсь с адвокатами. Недавно студентный форум был очень мощный, где судьи выступали, прокуроров там я не видел. Есть много людей, которые готовы жить по закону. Очень много людей. Им не хватает где-то организации, где-то им не хватает и давления сверху, этого желания сверху. Но вот бульон гражданского общества, он реально бурлит. Я надеюсь, что мы не потеряем вот это бурление, потому что если у людей будет разочарование, очень много вот этих активных людей, они просто уедут из страны.